Пообщаться с участником событий. Студенты Сургутского института нефти и газа встретились с бойцом специальной военной операции. Мероприятие организовала молодая гвардия. Его главная задача не только в патриотическом воспитании. Также важно было дать юношам и девушкам в личном общении узнать, насколько важный момент в истории нашей страны происходит прямо сейчас. Боец с позывным «Морпех» ушел на СВО в августе 2022-го добровольцем. За это время получил несколько ранений. Сейчас проходит в Сургуте реабилитацию после очередного повреждения, которое получил, когда эвакуировал раненого сослуживца с линии соприкосновения. Спасибо врачу, что он меня поднял на ноги. Через месяц мне не дали ни реабилитации, ничего. Я уже стал командиром штурмовой бригады, командиром роты. То есть я пошел, чтобы вы понимали, добровольцем. Я не ждал, то есть там мобилизации, контракта. Потому что это все было долго, настолько, чтобы подписать контракт, это надо было убить 2-3 месяца еще. Я просто собрался, добровольцы есть, я пошел, ушел добровольцы. Под руководством «Морпеха», как командира роты, было более сотни солдат. Помимо повышения по службе, боец получил несколько наград. За отвагу, за храбрость, медали Жукова и участника СВО. Половину из них он принимал, находясь на позиции. Кроме того, сургутянин рассказал, что после одной из командировок прошел обучение и теперь может быть инструктором для резервистов и тех, кто готовится к отправке в зону специальной военной операции. Студенты интересовались, что помогает поддерживать боевой дух, как удается справляться со сложностями и есть ли в ходе сражений минутка для маленьких радостей и теплых воспоминаний. Я получил посылку из дома. Я вам скажу, знаете, этот запах домашний, даже тех же самых этих кедровых орешков. Чтобы вы понимали, я пачку нюхал полчаса. Вот, наверное, вынюхал все, что весь запах там был. Вот. Я получил посылку из дома и получил посылку из Питера. То есть, ну, с моих родственников, с Москвы. И вот эти вот ощущения, когда тебе твой ребенок... Ну, то есть, у меня детей нет, у меня есть крестники. И когда они тебе, там, блин, ей 6 лет, а она, представляете, там, не знаю, с компьютера переписана, но она своими словами, дорогой дядя, мы тебя любим и тому подобное.